И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, ОЛТВ, Уга-Буга, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Адамчин, здравствуйте. Сегодня мы будем выживать в пиццерии FNAF 2. Гарри, если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас аниматроники пугают охранника. Погнали. Пацаны, смотрите. Какие-то глаза. Куда дышит? Я вижу, там стоит аниматроник. Он идет к нам. Он идет. Прячьтесь. Пацаны. Нас не видно, мы в темноте стоим. Тише. А что с ним? Да упал он. Фредди, ты нормально? С тобой все хорошо? Он включается. Прячься. Уходим. Уходим. Вентиляцию, пацаны. Уходим. Тихонечко выходи. Так. У нас не... Бонни! Уходи, уходи, быстрей! Нет, он со мной. Атакуют нас со всех сторон. Один слился. Слышь, он ходит? Да. Я могу рядом пролезть, посмотреть, где они там? Так. Он сзади! Ай! Так, пацаны, надо быть намного внимательнее. Видите, какие они сегодня агрессивные? Это просто жесть. А, боишься света, да? А, блин! Отходи. Я слечу, я свечу! А! Он взбесился. Я мигаю фонариком. Все. Отлично, хорошо, что можно Фокси испугать фонариком. Аниматроники все страшнее и страшнее приходят. Да блин, я думаю, они это все подстроили. Он исчез. Может, еще выходим. Раз пойду на разведку. Давай, иди. Давай. Я буду вентиляции чекать. Ну, вроде пусто. Никого нет? Да. Будь внимателен. Я слышу аниматроника. Слышите? Тут даже дверей у туалетов нет. Они все забрали. Странная пиццерия, все разломано. Ладно, иду к вам. Давай. Блин, мне всегда кажется, что кто-то сейчас вылезет с вентиляции. Тебе, может, кажется. Ну, он идет. Старый. Смотрите, как глаза светятся и зубы. Он сел. Заходим, наверное, лучше сюда, запрячемся. А если на него посветить? Он такой черный, что даже свет к нему не идет. У тебя фонарик барахлит чуть-чуть. Блин, он опять пришел. Вот, нифига себе, у тебя мощные револьверы. А у тебя как оружие? У тебя, ого, у тебя магнум. Нифига себе мощные. Ну что, теперь ни один аниматроник к нам не подойдет. Смотрите, как я по нему четко попадаю. Уклоняется от шаров. Ты что, умный аниматроник, что ли? Есть! Есть! Не успел. Ого, ты что там взял? Слышу, как ты перезарядился. Ну шоу. Я теперь буду очень жестко их мочить. Ну давай. Охота на аниматроников открыта. Ребята, это будет серия называться «Охранники пугают аниматроников». Вижу аниматроника. Со всех стволов фигачу. Ребята, он там слева стоит. Я вижу. Ого, у тебя тесак. Это что за электрооружие? Так, готовьтесь, он может сейчас вылезти с вентиляцией. Вот он! Он очень резко выпрыгнул. Аниматроники разозлились, пацаны. Но мы не должны сдаваться. Мы должны все равно еще замочить хоть одного аниматроника. Это что там едет, шкатулка? Шкатулка. Слышь ты, шкатулкина дочка, иди сюда. Ты этим оружием просто не даешь ей даже сделать шага. Ну и я при этом фигачу. Ой. Блин, что вы сделали, пацаны? А! Это от аниматроника в жидкость разлилась. Маска. Чё, назад не могу идти? О, тут стоял аниматроник, походу. Я прям прочувствовал его.
Так, я буду... Вот он! Я знал, что он сзади был, я чувствовал! Ну это ты тень. Ненормальный какой-то. Так. Не стреляй, не стреляй в неё. Где она? Я не вижу, она тут? Так, я спрятаюсь. Вот он! Пацаны, вот он! Поляшком! Мы что, замочили его? Нет, скорее всего, он ушел. Пиццерия была, скажу, пацаны, и так немножко, да, подломана. Сзади. Но после нашей смены, мне кажется, она ремонту подлежать не будет. Так, я понял, что он просто исчезает. Ого, здесь все уже красное. Это ихнее масло повытекало? Ну да. Жесть. А, где он? Ничего себе у тебя ружбайка. Дробовик крепкий у тебя. Да блин. Да есть аниматроники, которые вообще жестко мочат. Ну пока одного, да, только смогли убить? Ну да. Может расчехлить одно средство? Что у тебя еще есть? Неплохо. Это психическая у тебя винтовка. Я прям по животу стреляю, где микросхема находится. Так, он теперь, наверное, может выйти с любой стороны. Надо быть очень внимательным. Сзади. А! Блин, это жесть, зачем так пугать? Ух, вот это испуг я получил. И он. Его видишь? Нет. Чё ты там стреляешь по воздуху? Чё-то они все взбесились. Вижу, вот он! Я видел, как к ним приближается. Ай, блин, перезарядка. Я его поймал. О, ты пригвождатель взял? Да. А вот теперь он живым не выйдет. Вот он. Мочите, пацаны. А мы тебя видим. Ай, ты, блин, смотри, не даешь, чтобы мы его сняли. Надо еще раз пригвождать, пацаны, чтобы он не вырвался. Пригвождай его. Ага, я выхватил, как его убить можно. Есть. Спасибо. Я знаю, но я зато его сейчас вынесу, пацаны. Давай. Есть. Ого, сколько раз попадает. Сколько у него жизней? У него мало очень должно остаться. Очень мало. Пригвождай его дальше. Он уходит. Блин, он убежал. Ого, взрыв мощный. А ну еще раз жахни. Неплохо. Я прям вижу, там такой след взрыва остается мощный. Вот он. Ах ты, блин. Надо сваливать. Я его поймал. Отлично. Гаси. Ладно, шарами не буду. Давайте с оружки будем просто втроем лупашить. И постепенно его иногда пригвождай. А я гвоздю его. Ребята, мы его забагали в потолке. Он уже никуда не денется. Пригвоздили его. Так, в потолок. Это у нас, ребята, новые шторы. Ноги Фредди, хотите такие шторки себе? Давайте, парни. Со всех орудий. Все? Нет. Вы смогли его замочить? Да, еще один плюс. Два аниматроника мужа? Да. Слышишь, ты где? А, блин, это твоя тень, я думал, это аниматроник сзади тебя. Так. А звук повсюду. Вот он, я его видел, он там, пацаны, куда стреляю. Да, вот там я его видел. Будьте внимательны, он может стать невидимым. Так, здесь нету. Там нету. Сзади, вот он. Где? Он пропал, он был в комнате нашей. Его не пригвоздил? Ну, я его пригвоздил, но он вниз под пол ушел куда-то. Вместе с гвоздями? Ничего себе, он мощный. Так, мы должны держаться втроем. Один пригвождает, другие все его мочат. Вот это он ненормально. Как он появился? Наверное, со спины, мы его просто не смотрели. Так, пацаны, чекаем все стороны, ничего не пропускаем. И сзади, и спереди. Давайте в коптерке стоять, тут он нас никак не обманет. Все, и все спиной к стене вставайте. Ребята, мы придумали очень классную тактику. Теперь он не сможет нас замочить. Видели? Да. О, правильно, кидай гранаты. Отлично, молодец. Вот он. Пацаны, давайте еще раз попробуем эту тактику. В этот раз получится. Ты просто знаешь, что делать? Ты бесперерывно стреляй в проход гвоздями. И он, когда даже если чуть-чуть будет проскакивать, мы сразу сможем его поймать. Вот так и делай. Ну, Суняк, может, тоже возьмешь пригвождатель? Хорошо. Вдвоем будете фигачить. Отлично. Вот, еще чуть-чуть бы и поймал. Видели?
Так, 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 он хочет проскочить. По очереди, да, чтобы не было... Молодец. Friendly fire, пацаны. Он замочил нашего. Пригвоздил, блин, вроде. Пригвоздил? Нет, он бегает там. Отходи. Сейчас наш зайдет, подожди, и будете вдвоем. Пригвоздил? Пригвоздил, пригвоздил. Есть, отлично. Потолок его. Все, все, давай его выше, выше еще. Куда-то, классно у нас сегодня тактика, пригвождать к потолку. Вы его косите, я ничего. Ну все, без вариантов. Третий аниматроник у нас сегодня за смену. Ха-ха, давай вот. Жги ему. Сань, гвозди его. Да, чтоб не вырвался, он не должен никуда уже деться. Это что мы, охотники за аниматрониками? Есть. Нет, он вы, пацаны, вы его не пригвоздили. Нет, я его догнал, догнал. Молодец, ты его пригвоздил? Да. Все? Он в потолок опять уходит. Опять? Да, теперь он точно уйдет от нас. Я не знаю, там уже... Ай! Я сильно близко подошел. Он еще опаснее, даже когда пригвожденный. Я его пригвождаю, давай, Тимур. Я иду. А, блин, не меня ж. У нас, видите, хорошая команда. Тут пригвождает, тут того мочит. Лучшая команда. Вызывайтесь, надо поймать аниматроников в заброшенной пиццерии. Мы вам все сделаем. Есть! Или он исчез? Не-не-не, вот он. Где-где-где? Все! Отлично, третий аниматроник за смену. Но это сильно. Лучшие охранники собрались. Я думаю, что нас теперь в другие пиццерии приглашать не будут. Потому что у них ни одного аниматроника не останется. Мы всех перемочим. Блин, вот это потняк был. Я думаю, что нет аниматроников и нет проблем. Ну, тоже верно. Хорошо, есть проблема. Это было очень резко. Эй! Еще один идет. Пацаны, мы должны тоже этого снять. Так, о, старая о, тактика. Что? Заходим в коптерку и ждем его. Все, ребята, тактика продумана. Я спрятался тоже. Надо его поймать пригвождателем. Ты готов? Да. Аманда. И он где? Неадекватный. Это самый его. Сложный аниматроник за всю ночь к нам пришел. Это босс. Блин, ну очень сложно, он под низ уходит, это вообще невозможно. Блин, мне всегда кажется, что он сзади хочет появиться, не знаю. Ой, ай! А, вот блин. Как гвозди, да, выглядят? Я вижу их, плохо я не могу их вытащить из себя. А вот, а что, так можно было? Вытаскиваем, все, мы вытащили. О, прикольно. Короче, вот он, пригвождайте! Блин, не успели. А это бессмысленно. Типа я когда его... Ой. Гусанёк, я знаю, как можно убить аниматроника. Как? Бери админский пистолет, и я покажу, как он выглядит в VR. Все хотели его посмотреть, сейчас я его буду рассматривать. А ну-ка, чуть-чуть выше сделай. Руку, во. А, это узор у него дракона. А ну, с этой стороны. Вот это он крутой. Гусанёчек, ты знаешь, что делать. Идем. Иди впереди. Ах, не спеши. Прячься за мной. Стреляй сразу. Только не по нам. Как ты обычно это делаешь? Ха. Ого, лупит. Вперед. Моща. Это зачистка вот такая была жесткая. Так. Слышишь? Я его поймал. Гусанёчек, давай. А все, вы его замочили? Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.